Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab S7 сделать сброс настроек приложений. Для этого в первую очередь открываю настройки, спускаемся чуток вниз, переходим в раздел приложения, нажимаем здесь и затем сбросить настройки и сброс. И настройки приложений сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.